Паломники приезжают сюда из самых дальних уголков планеты, чтобы помолиться в храмах, приобщиться к святыням, получить благословение дивеевских святых, пройти с Богородичной молитвой по святой канавке, окунуться в святые источники и утолить жажду из источников духовных. Здесь находится рака с мощами Серафима Саровского, одного из самых почитаемых русских святых. Дивеевский монастырь – четвертый удел Пресвятой Богородицы на земле после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры. Дивеево поражает своей красотой, вдохновляет своей историей, но особенным это место становится благодаря присутствию благодати Духа Святого. Именно поэтому люди давно уже называют его «Дивное Дивеево».